Ну, акцию, конечно, хотим сделать. Во-первых, ежегодно. Ежегодно, да? Да. Там сориентировали нас в доме ребенка, что как минимум 120 детей. Ну и всех очень сильно, конечно, ошарашила эта цифра, что как, так много деток у нас остаются все-таки без родителей, да, без родительского тепла. И мы решили, что ну, все-таки хотя бы 120 пар, да, хотя бы каждому ребенку, то есть тепло подарить, не только просто как вот физическое, да, носочки, но еще и тепло сердец, тепло рук, материнское тепло. Человек